Всем привет, с вами я, Супер. Так, давайте, ладно, не буду показывать колоду, как раз для интриги. Так, ну, это Hearthstone. Мы будем заканчивать аренку на 12-й победе, я так надеюсь. Ну, у нас еще есть одна попытка, то есть одну попытку проиграть, а вторую попытку выиграть. Но, надеюсь, в этой же попытке мы же выиграем, потому что неохота испытывать судьбу. Вот. Мы играем же шамана, против нас тоже шаман. Тут самое главное не делать ошибок. Оставляем, наверное, четверку. И я не хочу вот эту пятерку. Я хочу вместо нее за одну ману, либо за две маны какую-нибудь так карту. Ну, за три маны тоже вполне сойдет. Если он поставит какое-нибудь то существо, я, наверное, возьму сразу топор бури. Ничего не ставит. Так, ну, нужно подумать, ставить ли нам сразу заранее яростного пироманта или не ставить. Наверное, я не буду жадничать, сразу поставлю, потому что, знаете ли, у меня есть обилка, если что, и у меня есть топор. То есть, в любом случае, у меня будет профит, то есть. Да. Да, и тем более нас ждать топ-кек. Может, там что-то выпадет. Именно с топ-деком. Топ-кек, так и говорю. Это, ну, тотема сразу ставлю, потому что, ну, не жалко, мне лично не жалко. И затрейдимся, чтобы он как-то не пробафл это тотем и сделал из нашего тотема лапшу. Вау! Он вхилил меня. А, спасибо. Ну, кстати, если так посмотреть, мы уже тут выиграли. Это очень хорошие карты. Очень-очень хорошие. На один ход бессмертие дает неуязвимость. Вот. Но могу сказать, то, что у меня колода очень хорошо сделана под абсолютно все карты. Сейчас мы затрейдимся, ставим вот этого безумного шляпника и пробафаем свои карты. Смотрите, просто бафаем. Вот тебе шляпку и вот тебе шляпку. Замечательно, он три шляпки дал. Вот. Тотему и... Кстати, почему он этому существу не дал? Такой рандомный челик. Трим другим существом, а работает как одну как будто шляпку кидает. Вот. Ну, он уже понимает, что проиграл тут. Ну, сами подумайте, просто это невероятно. Вот, просто шляпки там сделать. Там бафы, потом топоры идут, элементали. Это ему, кстати, не поможет, абсолютно не поможет. Мы хорошенечко затрейдимся. У меня, кстати, есть еще хил. Вот. Целительный ливень еще мне выпадет. А мне... Опа, вестница. Вау, мне кажется, что я тут выиграл практически. Да, мне кажется, он тут проиграл. Так, трейдимся вот так. Не будем жадничать. Так, так. Вообще жадничать я не буду. Жадничать я тут, ну, абсолютно не собираюсь. Вот. Ну, потому что у нас все хорошо. Ну, что может быть еще лучше? Я не знаю, если нам выпадет супер топ-тек. Но у него пока что очень все плохо. Очень плохо. Так, хорошо. Вожак лютых волков нам, ну, вроде как не нужен. Трейдимся так этим существом. Тройка. Тройка. Побафнем лицо. Так, надо посчитать, сколько у нас тут здоровья. Если у нас здоровье меньше 15, то он вулканом все забирает. Надо посчитать. 5. Ровно 15. Вулкана и нашему столу хана. Вулкана нет, он проиграл. Вот просто под вулкан я подставился, конечно. Жестко. Но фигня у него. Все, неплохо сыграно. Можно сдаваться, челик. Найс. 12-я победа. Один проигрыш никому не дали, даже этому чуваку. Ну, нам хорошо, что мы сделали 12 побед. Вот эта колода. Покажу все карты. Вот у меня великан хорошо заходил. Вот обычно мне заходил огневичок, потом вожак и вот это как раз тотем. В этом ходу мне выпал топор бури, мне топор бури практически не выпадал. Вот это я не понимаю, почему. Вот тут где-то отсел, вот только что сыграл которого. И на первый раз, когда играл, топор бури выпадал. Вот. Ну и остальные вот здесь карты, как видите. Я неплохую колоду создал, я могу так сказать. И мне хорошо везло. 225 золота мы уже окупились. Пак. 140 золота, заебись. 25 золота и еще пак. Вау, ведьмин лис и кобальты. Катагомбы и кобальты. Вообще, не знаю, офигенно. Значит, 340, 340, 350, 390 золота, короче.
390 золота и 2 пака по 100, это значит 590 золота мы сделали варенье. 12 побед. Очень даже замечательно, у нас 500 голды. Вот. Там есть сейчас новая потасовка, я ее проиграл. Просто лузанул, потому что создал фейс ханта и просто проиграл. Вот, она все стоит 150 голды, из чего я потом ее куплю. Ну, сейчас откроем паки. Редкая карта, обведенный лес, удар в колокольник, эхо выбранное существо, получает плюс 1-2. Окей, второй пак. Блин, мне ничего почти не выпадает, почему, я не знаю. Даже катакомбы кобальт я не чувствую, что я что-то... Ну, только редкие карты. Ну, ладно, чё. На этом я буду прощаться, если понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока.